Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова, и это видео посвящается второму заказу из второго каталога Oriflame. Первый заказ, как если вы уже видели наше видео, был на 330 баллов, и там было все практически для нас. А этот заказ на 95 баллов, уже основная часть, это заказ клиентов, ну и кое-что для нас. Сначала покажу, что мы выписали для себя. Вот этот продукт, это сумочка, не буду разворачивать, потому что она у меня уже есть, я вам ее ранее показывала. Шикарная трендовая сумочка, смотрите, как она красиво выполнена, у нее прекрасный формат, очень удобный для прогулок. И вообще, я просто очень люблю маленькие сумочки, и это на меня произвело сногсшибательное впечатление. Она очень красивая внутри, у нее розовая отделка. И эту сумочку я заказала для своей дочери, потому что она вообще без ума от этой сумочки и попросила у меня ее как-то раз взять. Но я думаю, что лучше, когда у каждого своя сумка, потому что мне она очень нравится, я знаю, что буду часто ее носить, поэтому это для дочки. А далее у нас в заказе два крема из серии Optimums, тоже для одной клиентки, оба дневные, один антивозрастной, второй крем для склонной к сухости кожи. Они очень классные, и это уже не первый заказ, то есть повторно моя клиентка заказывает эти кремы, они ей очень нравятся, она видит прекрасный результат. И также для нее помада из серии The One, очень красивый такой цвет уже, Наталья, наверное, готовится к весне, такой яркий, сочный цвет фуксия, и код этой помады, сейчас скажу, чтобы вы знали, 30660. Красивый цвет, очень модный. Масло массажное из серии Swedish Spa с имбирем. Это тоже заказ клиента, и это уже повторный заказ. Масло великолепное, оно и для массажа классно подходит. Также с этим маслом можно принимать в ванны, питать кожу, питать волосы, то есть можно делать маску для волос. А я зачастую делаю с ним ванночки для маникюра или педикюра, когда этим занимаюсь. Прекрасно размягчает кожу, и можно великолепно отшелушить потом все ненужные ороговевшие клеточки и при этом получить очень мощный смягчающий эффект. А также мне нравится аромат этого масла, он такой прям классный. Тушь из серии Giordani, сейчас она идет по очень выгодной акции. Тоже для моей клиентки повторный заказ. Она когда увидела эту цену, сказала, мне нужно. Ну и вот заказ уже скоро к ней приедет. Щеточка, зубная паста детские, это один заказ. И здесь же шампунь тачки для волос и тела, для мальчиков. Это заказала моя подруга для сыночка. Заказ, такая очень интересная вещь, это маскирующий лечебный карандаш с чайным деревом. Он двухсторонний, одна половинка зеленая лечит, бежевая маскирует. То есть можно любое воспаление быстро-быстро, такой как маленький доктор Айболит, да, немножко помазать сначала зеленой стороной, потом сверху аккуратненько бежевой и аккуратненько растушевать. Можно кисточкой, можно пальчиком. И быстренько ваше, да, воспаление на лице быстренько проходит. И при этом оно незаметное в течение дня. Это для меня. Я уже взяла себе двое теней матовых, жидких, стойких. И на мне сейчас как раз первые тени, это холодный макияж. Эти два оттенка будут для теплого макияжа. Как раз такой светленький-светленький и золотистый бежевый оттенок создадут эффект приятного, теплого, такого мягкого макияжа. В заказе у меня 5 пробников новой воды. 5 пробничков выписала для того, чтобы подарить клиентам. Мне самой очень понравился парфюм. Он называется Live in Color. И в состав входит розовый ревень, красоцвет и белая амбра. Можно выписать пробник всего за 20 рублей и попробовать этот аромат. В следующем каталоге я уже увидела, что это просто необыкновенный дизайн флакона. Он будет с таким распылителем, грушей. И будет приятная акция на этот аромат. Поэтому я хочу, чтобы мои клиенты уже его распробовали, успели поносить, понять, насколько он прекрасен. Потому что я уверена, что он им понравится. Ну, естественно,
готовимся к следующему каталогу, чтобы уже были заказы. И в заказе по акции на каждые 1500 можно выписать или чулочки, или колготки. И я выписала и то, и другое, как раз все прошло отлично. Я уже хожу в колготочках, чулки пока рано носить. Колготочки я уже опробовала, они как раз сейчас на мне. И уже несколько раз они меня выручали. И что я отметила, это отсутствие затяжек. Очень комфортная ногам, прекрасный вот этот черный цвет, он не мутный, не без пятен, да, такие ровные, четкие колготочки, красивые и с приятным ароматом. И то, что мне понравилось, то, что у них высокая талия, и это очень классно, то, что когда одеваешь колготки, если с низкой талией, то они как бы разрезают тело в не очень удачных местах. Когда одеваешь обтягивающую одежду, как сейчас на мне, это смотрится некрасиво. И как раз вот сейчас высокая талия, прям то, что нужно. Ну вот, пожалуй, все, я вам рассказала. Спасибо вам за внимание. Желаю вам вкусных покупочек. Если есть вопросы, задавайте в комментариях. Пишите отзывы. Я всегда рада с вами пообщаться. И до новых встреч. Всем пока-пока.